Очередная радиовышка включена. Это мега круто. Так, включаем с вами еще очко навыка. Так, как бы лучше нам с вами здесь поступить? Где-то дельта-план должен быть по-любому. Там козы, козлы внизу пасутся. На машине-то... Как на машине ехать туда? Так, давайте смотреть. Там вот есть мост. А, тут можно переплыть. Ну ладно, давайте на машине. Чёрт их дери. Так. Отлично. Тихо. А, вон, смотрите, еще вот эти комодские вараны. Ну-ка, ловите. Супер. Блин, здоровье дофигища потерял. Сейчас быстро забираем их шкуру и сваливаем отсюда. Пока эти твари не пришли. Так, и этот у нас... Ух ты! Усиленная гранатная сумка. Оу-е. Это может быть очень интересно сейчас. Давайте мы с вами здесь спрячемся. Козел. Нет этого козла. Создание предметов. Козлы все разбежались. Гранатная сумка. Вот она. Усиленная. То есть 8 гранат и 8 коктейлей Молотова. О боже. Это очень круто. Большая гранатная сумка, 12 гранат и 12 коктейлей Молотова. Представляете, сколько нужно денег на то, чтобы потом пополнять боезапас, если вы вдруг его опустошите. Так, сейчас с этими ребяточками мы расправимся тоже, потому что нужно завладеть их патронами. Такс. Ух ты, задание какое-то появилось. Not bad. Так и что, давайте сейчас... Вон они пошли. Я надеюсь, они меня не увидят. Блин, или все-таки атаковать их? Да, давайте-ка. Меня все-таки смущает небольшое количество патронов, которые я имею. Так, это нападет. Комодский варан! Шухер! Тихо, шухер. Сейчас сожрет его. Не, смотрите, завалил. Так, этого в голову. Еще не видел? И этого в голову. Все, давайте сейчас спустимся. Только опять же... Опасаться надо вот этих комодских варанов. Так, 26. Отлично. И там еще сейчас десяточку с того соберем. Золотая цепочка для пистолет-пулемета собрали. Ууу, круто. Так. Ну, я думаю, пригодится. Пригодится эта шкура. 41 патрон. Ну, вот это уже совсем другое дело. Почти 2000 с вами нашли. Так, ладно. Давайте-ка, вижу. Нужно побыстрее просто садиться на эту штуковину. Так, какое-то задание здесь у нас получается, да? Сброс припасов. Получим 250 опыта и еще денежки, $225. Привезите медикаменты на этой машине к сигнальной точке за отведенное время. Поехали. Why fucking not? Вау! Офигеть. Просто жесть. Не ожидал я, что такое может... произойти, что нам предстоит прыгать. Так. Блин, а пак будет прыгать с стороны в сторону. Бляха. Сколько у нас там осталось? Вау! Аккуратно. Блин! Что за жесть? Ладно. Вроде нормально идем. Полминуты у нас еще с вами остается. Целых полминуты. Так медленно. Разгоняй тарантайку свою. Я надеюсь, там сейчас будет у нас последняя точка. 17 секунд. Вау. Блин. Рещи. 8. Успею. 6. Успею. Успел. О, да. Это задание выполнено. Давайте быстрее с него слазить, потому что сейчас еще чертова дерево взорвется. Чертям собачьим. Так. Есть ли здесь где-нибудь лодка у нас? Неважно, сейчас с вами посмотрим, что мы здесь можем с вами приобрести. А, так, покер. Вывеска покер. Можно ли сыграть в покер? Нет, дверь заперта. Наверное, только ночью здесь организуют эти игры. Так, ну что ж.
Опасно, конечно, этой штуковине сейчас ехать, но, похоже, другого выхода у нас с вами, дорогие друзья, нет. Так, задание. Ух, как мы с вами далеко отбились. А вот, кстати, казуары, как я вам и говорил. Как раз вот сейчас мимо них мы и сможем проехать. Отлично. Ну да, придется тогда нам садиться снова на этот квадроцикл. Когда он уже весь дымится. Мать его. Любое столкновение серьезное приведет к нашей смерти. Но я надеюсь, этого не случится. Главное, чтобы по нам никто еще не стрелял. О, смотрите, сколько зеленых этих листочков. Сейчас я обязан просто их пособирать, потому что нам медикамент нужно приготовить. Да, там же зеленые листы требуются. Какие листы? Сейчас посмотрим. Создание предметов. Так, медицинский препарат. Да, зеленый лист. Изготавливаем. Ну, сейчас еще дофигища сам пособираем. Так, тут еще есть зеленый. Вот он, еще один зеленый лист. Подорожник, ё-моё. Блин, нифига себе. Там палят. Вот там машинка стоит, патруль какой-то, дорогу перегородили. Сейчас создам на всякий случай еще, а вдруг пригодится. Так, изготавливаем. Отлично, просто великолепно. Рюкзак у нас занимает сейчас 32 ячейки из 48 и 2000. Это максимум. Так, а получается, что нам нужно для бумажника? Как раз кожа казуара, да? Две штуки. Ну вот сейчас мы туда с вами на два куска кожи. Сейчас как раз туда с вами отправляемся. Так, ага, у нас здесь еще, смотрите-ка, что есть. Можно, конечно, попробовать их бомбануть всех там. Давайте сначала казуара, а потом уже все остальное. Еще зеленые листы. Да дофига всего тут. Потом уж отправимся с вами на задание. Так, синий даже листочки здесь есть. Так, это пираты едут, да. Бандиты. Чтоб только они меня не преследовали. Ну там они вроде остановились, разворачиваться. Не разворачиваются. Так, давайте сейчас сюда куда-нибудь. Вот тут можно выйти. Упс. Правда, дорожку потерял. О, квадроцикл сейчас. Ну, если он взорвется, это будет закономерно. Так, ну что ж, давайте смотреть. Вроде бы прибыли туда, куда следует, да? Так, подождите. Слышали звук какой-то странный? Сейчас фотик возьмем, посмотрим. Ну, пока ничего не вижу. Там, правда, эти твари сейчас могут сюда прийти. Слушайте, а это... А, это лист. Господи, уж всего боюсь. Все, обратно пошли. Нам повезло, черт их дери. Так, ищем теперь место, где водятся эти штуки. Так, ну, наверное, все-таки не здесь. Так, там что такое-то? Рубака. Можно завалить его втихаря. За это опыт дают. Ладно, просто пока его заснимем. Сейчас попробуем с вами забраться. Понять, повыше желательно. Давай, 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 давай. Нет, не получается. Нет, хотя, смотрите, забрался-таки. Так, ну где? Где птицы? Хотелось бы мне узнать. Нам они очень сейчас нужны. Потому что нам нужно изготовить бумажничек побольше. Так, здесь водопадик гребаный. Я думаю, может быть... Так, здесь, слышите, слышите, все-таки что-то здесь тут есть. Что тут находится. Звук какой-то издается постоянно. Надо искать. Надо искать. И даже могут они быть, мне кажется, и запросто на другом берегу. Не обязательно здесь. Так, синий цветочек. Сейчас фотиком посмотрю. Вроде ничего. Там огромная-огромная база. А, кстати, тут и наше задание, друзья, начнется. Поэтому очень круто мы с вами сюда пробрались.
Так, а тогда рубаку сейчас будем бомбить. Я надеюсь, он один здесь. И патрули пока здесь не будут ездить по этой дороге. Так, потихому, потихому, потихому. Что-то он там слишком напряженный. Ну вот, совершенно другое дело. Сейчас сзади его обойдем. И бабахнем. Так, смотрит он как раз в нужную нам сторону. И нападаем я же. Фу-е. Так, что у тебя золотой? Эй, куда ты скатываешься? Сейчас, ух ты ж. Офигеть. Ну да, упал. Так, ну где казуары-то? Как так получается, что их просто нет на карте, на локации? Ладно, сейчас перебежим. Давайте на другой стороне попробуем. Может, они там, наверху где-то? Ну нет, тоже ничего не видно. Ладно, будем надеяться, что на этой стороне сможем кого-нибудь из них отыскать. Если нет, короче говоря, если здесь сейчас их не будет, то мы с вами отправляемся тогда выполнять наше задание. Портить боеприпасы и оружие, Васа. Да, похоже, похоже, все спокойно. Может быть, они действительно вот там где-то наверху обитают. Так, вышка активирована. Это что такое? Надо проверить, надо посмотреть сейчас. Мы сейчас попробуем также забраться куда-нибудь повыше. Просто оценить обстановочку. И тогда уже будем проникать дальше на территорию этого поселка. Так, что здесь? Можно было бы, наверное, еще выше подняться. Так. Доберитесь до наблюдательного... Блях, мух. Нифига себе, далековато что-то это наблюдательный пункт. Ладно, давайте тогда цели фиксировать сразу. Так, одна цель есть. Ух ты. Тигр. Тут еще, да? Ну да, многовато их. Это у нас травоядные. Черепахи, что ли? Офигеть. Так, главное, чтобы тигр меня не запалил. Сейчас дайте-ка я отсюда бегу, пожалуй. Подальше куда-нибудь. Пусть хищник жрет там этих солдатиков. Так, отсюда посмотрим тоже. Ну да, в общем-то, скажем так, не очень... О, еще одного зафиксировал. Не очень их и много, и тем более они не кучно все как-то стоят, а все-таки в разброс на достаточно большой территории. Так, побежали дальше. Вот там у нас наблюдательный пункт. Так, тут опять же нужно соблюдать осторожность. Слушайте, а если вот туда нырнуть, что будет? Там же наверняка какая-нибудь... запросто может быть подводная... подводная пещера, что-нибудь в этом роде. Согласитесь. Ну ладно, сейчас мы с вами прежде всего... А, вот там... Смотрите, там какое-то сокровище, наверное. Так, дайте-ка... Я все-таки тогда туда доплыву сейчас. Нельзя это упускать, вдруг там 200 баксов. Вот, сундучок. Так, удерживаем. Керамическая фигурка. Что там дальше? Слушайте, вот туда можно проплыть, но... Мне кажется, просто воздуха не хватит. Сейчас попробую. Так. Покидаем зону задания. Ну, значит, тогда возвращаемся обратно. Окей. Ну, говорили. Блин, сколько же всего здесь интересного в этой игре. Все и не перечислить. Все вот эти главные фишки. Так-с. Аккуратненько сейчас давайте засядем. Еще раз, наверное, посмотрим через фотоаппарат. Так, еще одного нашел. Двоих нашел. Отлично. Было бы, конечно, неплохо, если бы хотя бы вечер какой-нибудь был. Немножко потемнело. Может быть, имели бы с вами
какое-то преимущество. Ну, все цели отмечены, это просто великолепно. Мы можем даже через стены видеть их передвижение. Можно, конечно, к тому еще подобраться. Можно и не подбираться. Так, вот, похоже, вот этот наблюдательный пункт, до которого нам приказали дойти. Да, дошли уже практически. Просто здоровски. Вот лагерь. Ищем сигнализацию. Ну, вон сигнализация у нас уже, видите, видна. То есть как-то нужно аккуратно, очень аккуратно пройти. Так, слушайте, вот там, по-моему, еще один кто-то трется, да. Его тоже помечаем, еще двоих. Блин, дофига их на самом деле. На первый взгляд показалось, их не очень много. Ага, не тут-то было. Новое учебное задание по сигнализации. Враги используют сигнализацию, чтобы вызывать подкрепление. Выстрел в сигнализацию не отключит другие устройства. Удерживайте Е, чтобы отключить всю сигнализацию. Значит, несколько просто таких панелей тут. Так, кто-то увидит меня? Да, может, запросто. Ну, надеюсь, что не запалит. Пусть может тогда в воду спрыгнуть быстро. Ну нет, все нормально, все обошлось. Сейчас мы к этому подойдем аккуратно и убьем его. Бесшумно. Попадаем неожиданно. Да, здесь плюс 30 за убийство. Ну тоже, по-моему, не насторожился. Да, плюс еще забираем патрончики. Так, и хищник там, конечно, напрягает. Так. Почти с вами добрались. У, блях-мух. Фигово. Так, через кусты пойдем, пожалуй. А вот и сигнализация. Ну потом, то есть, можно с ними вообще реально очень быстро расправляться. Подкреплений не будет. Ну и теперь мы, наверное, хозяева положения. Сейчас смотрим, какое задание нам дадут. Проникнуть нужно в тайник с оружием. Окей. Но чтобы это сделать, нужно вот этого чувака как минимум отвлечь. Давай, давай, иди проверяй. Иди, иди, иди. Я надеюсь, он не запалил нас. О-о! Да ничего, сейчас как тут жахнет, блин. Так, мы с вами можем... Так, удерживайте для использования. О, гренки забираем. Отлично, деньги хоть тратить не надо будет. Еще гренки. Сколько у нас там влезет всего? А коктейли Молотова бы еще найти. У нас есть C4. Нотбэт, сюда это все закладывается. Так, еще патроны. Ага, вот теперь полностью пополнили боезапас. Вот это жесть, друзья. Не зря побывали. Задание очень даже хорошее получилось. Все, не влазят. 120 патронов. И здесь еще на ПП сейчас. Давайте перезарядим и еще возьмем. О, да. Просто великолепно. Ну, сейчас буду вылетать, короче говоря. Потом побегу направо. И пусть тут все взлетает к чертям собачьим. Давай, открывай, открывай, открывай. Все, сматываемся, наверное. Есть вот лодка какая-нибудь, что-то такое. Ух, там взрывчик был неплохой. Так, теперь добраться до безопасного места. О, охотник, охотник там. Охотник-убийца. Тигр сейчас нам еще, может, поможет. Так, гребаные бочки. Чтобы они только не взрывались здесь. Я снял. Выстрелом в голову. Аккуратно. Без нервов. Ух ты ж, бляха ты муха. Так, быстренько давайте вколем себе необходимое нам зелье. Блин, бронежилета нет. Вот в чем проблема. Вот это самое, наверное, паршивое. Так, хищник там еще сейчас может на нас тоже напасть. Кстати говоря. Все, должны вот сейчас. Ах, вы ж скоты. Сейчас, аккуратно, аккуратно сейчас. А, не волнуйтесь. Все будет чики-пуки. В первозданном виде, так сказать. Так, кто это там? Ух ты ж, бляха, подкрепление этого я не ожидал. Убивай, убивай его. Блин. Неудачно.
Ладно, ПП еще есть. Так, этот готов, замечательно. Ну, скоро, кстати, еще одно очко. О, блин, убегаем. По соответствующему звуку можно услышать, что она где-то с вами. Так, ну вроде нормалек пока все. Сейчас вот это вам еще завалить. И будет тогда все вообще нормально. Так, давайте сейчас их отмечу. Двое, да? Ну не двое, там еще где-то был один. Так. А, он там за машиной. Вау! Офигеть. Ну давай. Блин, неожиданно, конечно. Ну ладно, раз они решили гренами кидаться, так и я тогда буду. Давайте, хавайте. Отлично. Так, этот готов. Блин, думал этот бандит. Так, плюс 30 опыта. Отлично. И тут остается у нас еще один. Да стреляй, стреляй. Голову, 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 голову. Голову лупи. Отлично. Плюс 25 очков опыта мы с вами зарабатываем. Ну, сейчас просто нужно побегать, пособирать патрончики. Можно обыскать тело. Все. Отлично сработано. Теперь... Расскажи про своих друзей. По рации сказали, что вас снимает видео с ними в ПБ. 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 Пиратская бухта. Мы называем ее закатной бухтой. Это одна из их тюрем. Понял. Помни, Джейсон. Сила, что ты черпаешь из пути, поможет победить. И следующее задание у нас будет называться, дорогие друзья, налет на тюрьму. Так, прогресс. Ну, это мы знаем. Как смотреть прогресс. Кстати, можно сейчас посмотреть по навыкам. У нас доступно 3 очка по ветке паука. Падальщик. Вы можете сможете быстро спрятать тело после бесшумного убийства противника. Так, по пловцу не следует. Собирайте в 2 раза больше ингредиентов с растений. Да, это, наверное, нормально. Так, тут у нас... Окей. Нажмите F, чтобы начать обычное убийство одним ударом. Быстро нажимайте и удерживайте S, чтобы начать тащить труп. Значит, повернуться можно и бросить в тело. Ну да, это, кстати, хорошо, потому что они тоже, сами знаете, проходят мимо и могут запросто заметить. Одно очко осталось. Ну давайте что-нибудь тогда уже здесь. Так, бомбист. Рассчитайте время взрыва гранаты, удерживая колесико мышки. Бросьте ее, чтобы она не взорвалась у вас в руках. Давайте посмотрим. Отлично. Вроде бы все. На нас 20 очков опыта. То есть, если сейчас того чувака завалим, можно получить еще 1 очко навыка. Нормально, татушечка прожигается потихонечку. Новый рецепт. Зверобой. Предлагают нам, видите, усиленно предлагают нам с вами создать бумажник побольше. Ну да, видите, деньги здесь сейчас мы с вами брать не можем, только лишь какие-то вещи. И то пока рюкзак не переполнится. Ну что ж, и мы можем на самом-то деле использовать их тачку, этих ребят. Отлично. 71 патрон. Даже оббирать, наверное, сейчас не буду. Так, надо посмотреть, где этих казуаров искать. Может быть, все-таки помучиться здесь и попробовать найти. Потому что обидно. Обидно получается. Нам в рюкзаке. Так, у нас есть еще 13 с вами свободных слотов. Поэтому давайте, пожалуй, что-нибудь соберем. Парочку откроем. Обидно, конечно, что не получилось найти этих тварей ходячих. Но, может быть, сейчас будем проезжать. Где-нибудь с вами дозаметим. Поэтому оставляем пока все эти контейнеры. Так. Вперед. Нужно внимательно сейчас смотреть. Может быть, из-за того, что... Ну, хотя навряд ли. От этого никак не зависит, на задании мы с вами или не на задании. Эти птицы должны быть все равно где-то неподалеку. Так. Ну, раз они показывают нам, что они на том берегу, значит, они должны быть реально на этом берегу. Давайте мудрить уже не будем. Так.
что все-таки, возможно, стоит, знаете, туда наверх как-то попытаться забраться. Так, какие-то звуки опять. Это, наверное, от того хищника. Ну, хотя он далековато, на самом деле. Сейчас пробуем еще здесь. Так, стоп. Так, птички, птички, птички. Вот они. Слушайте, как здорово. Мы их отыскали. Я думал, все будет похуже. Так, и что, может Грену? Грену может использовать. Либо можно тихо подбежать к этому животному и казнить его так же, как и бандита. Так, так, тихо. Отлично, первый готов. Так, ну это только один. Вау! Давай. Блин, нифига себе. Вот это прикол.